Вера, ты иллюстрировала книгу Арва Валтона «Игры времени». Замечательная книга, замечательные иллюстрации. Вот что вдохновило на эти иллюстрации? Я рассказывала во время творческого вечера, что мне пришлось возить за собой эту рукопись. Как сами по себе произведения замечательные. Замечательные, и все годятся для иллюстрирования. Но как бы задана была такая тема, что мы начинаем это с первой главы, с первой новеллы, и заканчиваем последней. Первая новелла попалась «Писарь». Но это просто удача, что она была первой, потому что как раз из тех новелл, которые я бы хотела сделать иллюстрации, это вот была одна из как бы главных, потому что там разговор идет в этой новелле как раз о том, что писарь как бы на все времена, вот непонятно, с какого времени он начал писать и до нашего времени пишет. Такое некое такое обобщенное представление о человеке, который помогает людям, не умеющим сложить как бы красиво слова, написать какие-то приличные письма, там, может быть, любовные, красивые такие, чтобы тронули душу. И вот этот сам образ писаря, человека, который вот когда-то, еще в давние времена, когда люди вообще не владели грамотой, это был вообще необходим такой вот человек, единственный, который мог это выполнить, эту задачу. Я вот его сделала такой обобщенный образ, как будто бы он и идет из Средневековья, потому что с Сталином связано, и как бы вот такой вневременной, что он и в наше время может точно так же сидеть и точно так же писать, и никакого времени не сказывается. То есть он проносится века, а суть явления остается та же самая. Вера, а писарь, он слова подбирает, оставляет след словесный. Ты художник, ты след фиксируешь и оставляешь красоты мира окружающего. Тебе вот близко что было в этой работе? Мне как раз вот такие произведения дают больше свободы, как ни странно. Как будто бы изображать там очень трудно что-либо, потому что нет такого конкретного ничего. А с другой стороны, они дают возможность художнику быть свободным. Свободным в самовыражении, что ли. Поэтому, когда мне вот достается иллюстрировать таких писателей, то я очень радуюсь. Потому что там не нужно, конечно, придерживаться вот буквально. И когда спускаться именно на прямое иллюстрирование. А когда можно позволить себе быть как бы в одном таком метафорическом пространстве с писателем. Эстетика всегда присутствует в твоих работах, ими можно и любоваться. Ну, конечно, мне так и хочется, чтобы в мире было больше красоты. Мне как раз из тех, наверное, художников, которые придерживаются такому направлению, чтобы не вносить в душу или в мир больше хаоса, а как бы показать, что мир прекрасен, что окружающее наше прекрасно, и возможность творить тоже само по себе уже прекрасно. И мне кажется, что художник просто должен вот этот показать путь людям, что должно быть больше красоты в этом мире. Или даже дать возможность просто в обыденных вещах, самых обыкновенных, увидеть эту красоту. Я там вот на обложке нарисовала заброшенный хутор, и стол с составленными вещами, это когда-то было в нашей жизни, мы когда-то с Владом попали в такую ситуацию, где дом был почти что сгоревший и брошенный, а внутри все оставалось как вот нетронутое. Это было фантастически. И сквозь него росли Иван-чай рос. Это вот это видение вот такое, я как бы и хотела передать, когда нет времени. Там было ощущение, что время остановилось. Что и сама книга так называется «Игры времени». И вот это ощущение этого заброшенного хутора, который вот моя работа, которая пошла на обложку, она как раз дает такое вот ощущение, что времени нет. Оно как бы вот вечное и всегда вот есть и будет. И вот это мне хотелось передать. Спасибо огромное.